Текс, ну и чё у нас тут? Упс. Оу, смотри, дружище, это же стикмены. Все здесь. Борода, мистер Шляпа, рыжий блондинчик и девчуля. Отлично, сейчас освободим их. Да, сейчас же, освободит он. Стоит мне только пульнуть в них слизью, и они тут же перейдут на мою сторону. Сторону зла. Все твои друзья станут моими рабами. О-ха-ха! Но сначала я уничтожу тебя. Всем привет, друзья! Приключение нарисованного красного шарика в стране стикманов продолжается, и мы наконец-то добрались до финального уровня истории. Опаньки! Это чё? Я наконец-то встречусь со злым Бубу и смогу освободить стикманов, которых он похитил. Очень даже может быть. Ну так погнали тогда. Чё ж мы ждём-то? Запускай! Глава 8. Чернильная крепость. Опа-це, карандаш-ключ! О, да, это он. Хватай его, и мы наконец-то сможем открыть ворота крепости. Друзья, ставьте лайк, если вам тоже хочется поскорее увидеть встречу Шарика и котика Бубу. Карандаш у меня, игруля! Ну так, доставай, чё стоишь? Хобана! Уф, здоровенный, красивый, матерый. Давай проверим его в деле. Ща... Хэтс! Супер! Ключ открыл ворота, друзья, и мы наконец-то можем войти в крепость злого стикмана Бубу. Хе-хе-хе! Ты это слышал, игруля? Ага, это был смех Бубу. Значит, он где-то близко. Ща найдем, значит. Кстати, а тебе не кажется, что перед тем, как идти к Бубу, нам нужно собрать все кусочки пазла на уровнях? Да ну! И так нормально проходим! Ну... ок. Текс, ну и чё у нас тут? Упс! Оу, смотри, дружище, это же стикмены! Все здесь! Борода, мистер Шляпа, рыжий блондинчик и девчуля! Отлично! Сейчас освободим их! Да, сейчас же! Освободит он! Стоит мне только пульнуть в них слизью, и они тут же перейдут на мою сторону! Сторону зла! Все твои друзья станут моими рабами! О-ха-ха! Но сначала я уничтожу тебя! Ну, это мы еще посмотрим, кто кого! А как к нему подойти-то, игруля? А я тебе говорил, что нужно все пазлы собрать. Ох, что теперь делать-то, а? Что-что? Сдавайся, красный неудачник. Ой! О, а может обход есть? Ну-кась. Не-а, нету обхода. Да быть такого не могёт, хе. Не, дружище, похоже, нам его не победить. Пока что. Тут тоже нет обхода. Ладно, тогда план Б. Ща я своим джедайским мечом отобью чернильный болт прям Бубу в лобешник. Хе-хе. Ну давай, блохастый. Ну, держи. Ой. Ну, вот и конец. Да, уж. А ведь я предлагал сначала за пазлами вернуться. Вот шарик, вот упертый. Чё-то это... не пошла как-то битва. Неудивительно. И раз твой план не сработал, то действуем по-моему. Возвращаемся в самое начало и идем искать пропущенные пазлы. Ну и чудиков с цветом заодно. Итак, вперед! О, крепость! Да шарик! Да шучу я, игруля! Итак, когда мы этот уровень проходили, у нас был только карандаш-лист и меч. А значит, за камнями внизу мы не были. Намек понял. Ща и мой славный молот Тора этим камням наваляем. Во, и что у нас здесь? Вижу чудика с цветом. Неплохо. Может, и кусочек пазла здесь есть? О, да.
Хорошее начало. Осталось найти еще один пазл и одного колора. Проходи уровень и смотри по сторонам. Окейушки. И это... Я когда цветный ша нашел, у меня вопросик для зрителей появился. Друзья, напишите в комментариях, какой цвет у вас любимый. Интересно будет узнать. У меня вот, например, любимый цвет красный. Кто бы сомневался. Итак, а вот и первая битва на уровне. Но с этим монстром мы быстро справимся. Просто рисуем несколько крон деревьев и все. Вуаля! Проходи дальше. Ух ты, блондинчик! Ага, в этой главе Бубу еще не успел его похитить. Но помогать стикманам заново мы не будем, так как у нас другая задача. Поэтому просто двигаемся дальше. Так-так-так, здесь нам вниз. А теперь налево. Ага, дай только листья на стволе дерева нарисую, чтобы слизь убрать. Маловато будет, полей. Да, не вопрос. Все равно мало. Ну да ладно, прорвем сих. Так, а дальше не спеши. Сначала давай озеленим территорию. А это еще зачем? Давай лучше дальше уровень проходить. Ты чего? Забыл, что сейчас будет вторая битва с мегакрысом? Да? А, ну это... В смысле, да, да, конечно, помню. Это я просто тебя проверял. Ну-ну. А вот и он, чернильный мега-крыс. В бой против него не иди, шарик, так как он слишком живучий. Просто убегай к деревьям, и крыс самоуничтожится. Окейушки. Хотя, я мог бы и навалять ему. Да-да, конечно бы мог, но давай как-нибудь в другой раз. Ладно, так уж и быть. Все, крыс побежден, можем проходить дальше. Только вот скоро уже конец уровня, а пазла все нет. Может, мы его где-то проглядели? А хотя стопы, вижу гнездо наверху. Точно, рисуем яйцо коршуна, друзья. О, вижу пазл слева в углу. Ага, осталось только, чтобы коршун тебя наверх поднял. Идем перо искать. Стопудово оно где-то за камнями, потому что больше негде. Камни — это не проблема. С молотом тороща быстро прорвемся. О, перо. Агась, и сверху зырь. Второй чудик с цветом стоит. Заждался нас уже небось. Ну вообще супер. Хватаем последний кусочек пазла, и уровень пройден на 100%. Чё? Го на следующий? Ага. Итак, в первой главе все нашли. Переворачиваем страницу. О, туточки, всего один пазл нужно найти. Го, я, кажется, даже знаю, где он. Ну, пошли, пошли. Ну и, где пазл? Где именно, не скажу, но точно помню, что здесь на уровне есть динамит и детонатор. И раньше, без карандаша провода, мы не могли их соединить между собой. Значит, осталось только найти их. О, нашел! Ха, быстро! Соединяй, игруля! Вот так, а теперь... Бабах! И кусочек пазла и правда оказался здесь. Ну тык, я ж говорил. Отлично, переходим снова к книге. Теперь у нас две главы пройдены на 100%, а значит переворачиваем страницу дальше. Листай дальше, тут тоже все окей. А вот здесь нам не хватает и пазла, и колора. Ну что ж, идем искать. Текс, игруля, а напомни ко мне, про что эта глава была? Это та, в которой мы суп варили. А, тогда я знаю, где пазл. Он слева, там, где кубик с углем стоит. Вот, где-то здесь. О, точно, вижу его с другой стороны камней.
Я ж говорил, что знаю, где он. В прошлый раз мы не могли камни обойти. А теперь, благодаря карандашу со льдом, смогём. Ага, превращаем воду в лед, друзья, и шарик сможет обойти камни и пройти к пазлу. Ух ты, а тут и вправо можно. Эй, но пазл же слева. Это да, но зырь, здесь чудик. Во, точно, вот это ты удачно разведал. Это все моя фирменная чуечка мне подсказала, что колор здесь. Ну, началось. Случайно нашел и не красуется теперь. Ничего не случайно. Ты лучше давай лед рисуй дальше, а не бузи на меня. Бу-бу-бу. Проходи давай. Ну чё, а вот и пазл. Иди ко мне, мой хороший. Супер! Пазл у нас и очередной уровень пройден на 100%. Это была 4-я глава, следующая 5-я. Что там у нас? Снова не хватает одного чудика и одного кусочка пазла. Ну, пошли искать, куда деваться. Ну и чё это за уровень у нас тут? Тот, который с драконом-растением шоль. Он самый. И пропущенный кусочек пазла у нас был справа от поляны змей, помнишь? Агась, а поляна эта внизу. Так что давай, морозь воду, да обойдем этот стебель. А может лучше поверху обойдем с помощью коршуна? Не-не-не, так быстрее будет. Наверное. Воу! Да-да, я тоже его вижу. Ты еще скажи, что это снова твоя фирменная чуечка помогла нам колора найти. А як же ж, она родимая. Ох и брехло. Ты это, будешь на меня бузить, отхватишь. Заряжу тебе молотком Тора по мизинчику. Ага, а ничего, что ты в мире стикманов, а я в реальном мире. Чё, испугался, да? Сразу начал отмазки придумывать. Ой, да ну тебя. Итак, тележку мы нашли. Теперь нужно ее запитать от аккумуляторов и нарисовать листья на стволе дерева, чтобы слизь убрать впереди. И полить. Само собой. Во! Вот теперь запускаем. Врум-врум, как говорится. Давай, давай, тележенька, ехай. Ох, и медленная же она. Это просто ты нетерпеливый. Ну, разве что чутка. Ну-ну. О, наконец-то, не прошло и часа. Текс, сверху у нас дракон, а пазл снизу, поэтому мчим туды. Оу, куст ожил. Это ненадолго, делов на секунду. Стой, на пролом не надо идти, быстрее будет дерево сделать. И полить. Да-да. О, это оно, игруля, то самое место. Здесь я взял сердечко, а потом увидел пазл внизу, но достать не смог. Все верно, потому что плавать не умеешь, но с карандашом льдом это и не нужно. О, друзья, напишите в комментариях, а вы умеете плавать? Пишите цифру 1 или слово «да», если умеете. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не умеете. Интересно будет узнать. Ну все, пазл у нас, с уровня можно выходить. Оу, что-то происходит, игруля! О, да, появилась подсказка, что все части пазла, колоры и кристаллы собраны, и мы разблокировали инструменты чернильного гоблина. Это ты сейчас с кем разговаривал? В общем, мы получили несколько скинов и собрали все пазлы и колоров. Можем возвращаться к Бубу. Отлично, только давай уже в следующем видосике. А то, счет я утомился по уровням туда-сюда скакать. Или боишься, что Бубу тебе дважды за серию наваляет? Ля, чё за наезды? Ну, игруля! Ой, да ну тебя! Пока!
Эй, шарик! Шарик! Вот же ж, смылся! Ну ладно, тогда матч-реванш против Бубу сделаем уже в следующей серии, друзья. А на сегодня всем пока-пока! До встречи на канале Игрули ТВ!